Welcome, 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 дорогие друзья. Космические рейнджеры, музыка завершена. Я пролистал приближающуюся бурю. Здесь очень много текста. Это реально надо закрепить каким-то еще визуальным контентом, скорее всего. Так что это надо будет делать отдельный ролик. Вряд ли прямо вот сейчас в прямом эфире делать это разумно, потому что тут текста, ну, минут на 15. Только текста. Посмотрите, сколько информации нам дали про Валибира. И единственное, что могу сказать, судя по вот этой статье маленькой, про голос Бога. Тот голос, который мы с вами зафиксировали тогда на Reddit, он не относится к Валибиру. Это реально новый чемпион, потому что здесь написано, что главное, что он хотел, приступив к работе, я выделил несколько ключевых определений, которые должны ассоциироваться игроков с голосом и историей Валибира. Не сомневался, что он с глубоким низким басом, как и подобает могучему божеству, неотъемлемой частью, которая является дорога плеером. Скорость, громкость произношения, различные методы звукозаписи. Там был спокойный тембр голоса. То есть там был голос, ну, такой, сет местный. Явно не Валибир. А Валибир здесь должен быть... И быстро, и резко такие должны, как щелчок звуки происходить. Это явно не соответствует тому, что было в том видео. Оу, май! Все, я нашел новую крутую парочку. Ох уж это француженка и испанец. Теперь будут они мутить вместе. Давайте послушаем француженку и испанца. О, как она заинтересовалась, чем он говорит. Это тебе не с Дэн Дэном сидеть в скайпике. Это, ребят, сам секс-пеки. No one plays because I feel like that's where he shines the most. He's unpredictable and he plays them like if he played them all his life. Yeah, and we'll see if he has other tools. Блин, ей эти очки так не идут, просто жесть. Эти очки делают ее нос просто огромным. Вы тоже это видите? Блин, извините, ребят, вы теперь не сможете это развидеть, я уверен. Вы, возможно, это не заметили, на X-пеке смотрели, но эти очки делают ее нос просто огромным. Как будто это накладной с очками, знаете, как этот клоунский нос с очками. Просто вот так вот он не огромный, но когда она в профиль становится, а не фас, все. ГГВП. Он сразу увеличивается. Испортил нам Лауру. Вот ей надо полубоки сидеть, тогда эти очки не изменяют ей. Просто... Я так понимаю, у нее линзы, которые какие-то двойные или тройные, и они уменьшают ей глаза. То есть, если... Видите, у нее глаза становятся меньше, а вот эта вот часть становится больше, и получается, что и нос увеличивается внешне. Вот, вот, просто смотрите. ВТФ! Дядя... Ой, не дядя Федор, как там было? Простоквашино, как его звали, этого, который... Почтовый голубь. У него такой же нос был в дяде Федоре. Блин, вылетел из головы, как его звали. Велосипед ей нужен, в общем, ребят. Велосипед. Печкин, да-да-да. Она просто Печкина стала. Очень интересное было интервью. Жаль, что мы его прослушали, да? Ну, и вы как бы знали, к кому пришли на стрим. Не удивляйтесь. Здесь и не такое происходит, да. Почтальон печки. Спасибо, Пластилин, что подсказал. А вот реплики, в которых Валибир раскрывается более жестокостью кровожадной стороны, больше похожи на яростное раскатистое рычание. Ну, то есть, это явно не та была озвучка, потому что та озвучка, вы слышали, спокойный тембр голоса. Не особо, кстати, басистый. Это, я забыл, как этот голос называется. Пониженный такой тон. Ладно, так, что еще здесь было интересного? А, ну можно картинки посмотреть, как будет выглядеть Валибир. Это скин его, я так понимаю, стандартный вот так будет выглядеть. Можно отдельно глянуть. Он в каком-то костюме Спайдермена, блин, тусит. Баритон, да, вот баритон там был. Вот так вот Валибир будет выглядеть. Ну выглядит он похож на Балу, помните этого, который... Куражи на виражах. Виражи на куражах. А изначальный прототип его был... вот. Теперь поговорим о новых штуках. Вот он, изначальный прототип Валибира. Такая вот картинка есть. А та вот скин какой-то. Как думаешь, дубляже угробят? Ну, им по логике надо позвать того стримера. Ну, можно не стримера. Я просто предлагаю стримера. У которого...
яркий, яростный голос, особенно когда что-то происходит не так. Я ни на что не намекаю, но я знаю одного стримера такого. Я уж небольшой. Ты вышел, Юр? Да. Блин, здесь что-то... Ну, в смысле, я... Слышу. Мешает, люди, мешают. Так, давайте тогда по-другому найдем. Реально, просто мешает люди. Невозможно сконцентрироваться, услышать правильный голос Валибира. Так, ну вот, наверное, вот это. Не знаю. Голубая жопа. Спасибо, голубая жопа. Не, ну я не знаю, значит, что-то Flash in the Night потерял свою вот эту вот фишку потерял. Вот как так можно? Осуждаю, кстати, не знаю. Блять, как... Вот он, Валибир. Блин, я даже не дослушал и уже понял, что это будет Валибир. Вот он, Валибир, которого я искал. Готовы? Так, детей в сторону, потому что это реально Валибир. Блять, как заебали меня нахуй, эти уроды, блять. Блин, слушайте, мне так Twitch забанит. Почему ему не забанили за это? Фу-фу-фу. Осуждаю, все осуждаю. Ну, вот он, Валибир, вот он. Резкий скачок. Раунд, сука. Джигурда, да, вот как Джигурда. Так можно говорить? Да. Можно. Поэтому я все осуждаю. Это не я говорил. Я просто искал красивый голос Валибира и нашел. Ну, без шуток, я считаю, вот такая должна быть озвучка примерно у Валибира. То есть не нужен нам баритон. Нам не нужен этот голос типа «Джеймс, they're truly out of ranges. Truly out of ranges». А я не удивлюсь, что они именно такой голос туда добавят. И просто риуты. Риуты, конечно же. Нормальную локализацию, прошу. Не надо нам вот этих... Врача! Скорее, врача! Нормальную озвучку. Не надо нам Лолибира, да. Лолибира нам не надо. Нам нужен Волибир, не Лолибир. Позовите врача. Первый из них, простая числа. Да, тут, кстати, они четко сказали, что они оставляют его пассивку, оставляют кушку примерно такой же, но меняют его ешку. Что будет его делать ешка, неизвестно, но есть полная анимация его ешки. Вот она. Я, кстати, да, подавал заявку в локализацию, но я не собираюсь голос озвучивать, я спецэффекты только озвучивать собираю. Неизвестно, что это такое, но что-то Валибир будет своей ешкой делать. Вот что-то такое. Я не понимаю, что это такое вообще. Кидает ли он это как ксерат, либо эта штука на нем появляется, это нам просто отдельную анимацию без Валибира показали. Ну, я думаю, это все же скиллшот. Но какой-то медленный тогда немножко скиллшот. Здесь, видите, вот что-то проявляется. Это, скорее всего, лапка Валибира. Лапка Валибира здесь. Вот. Лолибир. Да, Лолибир. Так, ну и все, да. Все остальное мы читали. Ну, вот про кушку здесь. Выстраивать звуковые эффекты, чтобы придать более мощное звучание того, как он бежит на вас. Там будет написано. То есть, вроде как, все остальное оставлять так же, как у Валибира было раньше. Кроме вот этого. Вот ешку они поменяют. Тут это написано было где-то сверху. Вот ешка Валибира. Но они пока не хотят показывать нам, как будет выглядеть это умение. А точнее, только визуальный эффект нам покажут. Ничего не раскрывают. Ну, такие истории про Валибира. В итоге я не хотел вам это все зачитывать, но зачитал. А, да, кстати, у нас здесь какая-то озвучка есть. Чего? Чего? Подождите, тут есть озвучка. Что? Что? Откуда звук? Storm devour you! Тихо. Даже Flash in the Night не был таким страшным. Bones crunch, blood drips. This is the way of old warrior. Так. Я забираю свои слова назад. Flash in the Night отстой по сравнению с этим. Я серьезно. Это даже близко. Он не сможет. Он не потянет. Я тоже не потяну.
Так, кто в чате потянет? Кто готов локализацией заниматься? Давайте чатик. Быстренько пишем, потому что нам нужно найти человека, который это потянет. Ну, вот такой вот у нас волейбир. Как видите, русской локализации пока еще нет. Сюда же курду надо. Кстати, у риутов наверняка есть. Но вот эта версия что-то какая-то поломанная. Вот так вот я могу озвучить. Но вот это можно на донат поставить. Особенно ночные донаты будут самые веселые. Фух, я готов. Так, надо подготовиться, ребят. Как это, как в фильмах. Я готов, поехали. Storm devour you. Фу, фу. Просто язык можно случайно откусить. Bones crunch, blood drips. This is the way of old Thorio. Ну да, мне только Юми озвучивать. Все, такой у нас волейбир. Я вырежу это, может, на YouTube потом залью, чтобы люди были в курсе, какой волейбир у нас выходит. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Что там еще надо сделать, чтобы ничего не пропустить? Колокольчик, конечно же, нажать кнопочку. Кстати, кто не сделал это вас в прямом эфире, из вас в прямом эфире, еще сделайте обязательно. Потому что мои видео иногда из рекомендаций выбрасываются, так как я злостный нарушитель Ютуба. Хотя я ничего не нарушаю, но по их мнению почему-то нарушаю. Все, да. Всем пока, всем счастливо. А мы переходим в РГЕ против OG.